Проблема питьевой воды, как и во всем мире, актуальна и в Азербайджане. Пригодная для питья вода на территории страны имеет ограниченные запасы, поскольку 70-72% водных ресурсов формируется за пределами республики. Источниками поверхностных водных ресурсов являются реки, озера, водохранилища и ледники. Наблюдения показывают, что из года в год объемы запасов пресной воды сокращаются. Если одной из причин этого является глобальное изменение климата, то другой причиной является рост численности населения. Согласно проведенным исследованиям, могу сказать, что в низменной части Шамахэ в связи с нехваткой воды очень сильно пострадали яблоневые, грушевые и гранатовые сады, что привело к потере большого объема фруктов. Обеспечение доступа к водным ресурсам, формирующимся в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах, несколько увеличило объем запасов воды. Если в 2020 году было 34 миллиарда кубометров водных ресурсов, то сейчас этот показатель составляет 36,4 миллиарда кубометров. Для обеспечения городов Ахдам, Физули, Джабраил и прилегающих территорий питьевой водой планируется строительство водохранилищ на реках Хакярей и Бергюшат. Также на повестке дня строительство 10 водохранилищ на крупных горных реках. В этих районах ведутся работы по проектированию и обоснованию. Поставлена задача изучить в 2022 году 7 водохранилищ. На реализацию государство выделило соответствующие ресурсы. Чтобы избежать дефицита воды, государство реализует ряд проектов. Однако экономное использование запасов пресной воды является обязательным, особенно в сельском хозяйстве. Эксперты говорят о необходимости использования капельной системы в орошении и оснащения крупных предприятий самыми современными технологиями. Потому что сегодня потери, используемые для орошения воды, составляют 50%. Словом, в период сокращения запасов пресной воды наиболее актуальными вопросами являются справедливые распределения имеющихся ресурсов, правильная оценка запасов воды и рациональное ее использование. Между тем, цель объявленного ООН в 1993 году Международного дня воды – обеспечение доступа к чистой и качественной воде. Сядагат Сулейман, Кемаль Азиз Газы, новости АСТВ.